Совсем скоро в северной части города, рядом со стадионом «Самара-Арена», стартуют подготовительные работы по возведению современного межвузовского международного кампуса. В этом проекте активно принимают участие такие вузы, как Самарский научно-исследовательский университет имени Королева, Политех, Самарский государственный университет путей сообщения и Самарский медуниверситет. В студенческом городке появится 5000 мест жилой инфраструктуры, а рядом разместят 2 школы, 2 детских сада, офисные центры. Уверен, что сегодняшний проект, который мы, так сказать, сегодня активно реализуем в нашем регионе, даст дополнительные возможности для самореализации людей, граждан, как Самарской области, так и, соответственно, гостей из других регионов, из других стран, которые, уверен, проучившись в нашем кампусе, останутся работать, жить, творить на территории нашего региона. Одна из задач кампуса – не только создать условия для качественного образования, но и привлечь студентов из других городов и стран. Концепция кампуса предполагает, что студенты будут учиться 4 из 5 дней, не покидая этой площадки, а 1 день будут ездить на практику. Для этого сейчас разрабатывают план развития транспортного сообщения. Сегодня вот эта территория планируется как такая полноценная, комплексное развитие, связанное с бизнес, наукой, отдыхом, продвижением региона. И все это вместе взятое, конечно, будет работать в целом на Самарский регион. В создании студгородка примут участие ведущие компании не только Самарской области, но и других регионов. В полном объеме он должен заработать уже в 2027 году. Полина Чулюкова, Валерий Майоров. События.